Орденов не сосчитать. Надежда Мордовцева, узница концлагеря, ветеран Великой Отечественной войны. В 41-м году ее молодой девчонкой призвали в Красную армию. Мне пришлось пережить и сражения, и во время атак я была ранена и попала в плен. Я прошла все круги фашистского ада. Стала выходить из своей квартиры и услышала вот первое начало, сразу как-то слезы прошибли. От проникновенной музыки военных лет слезы на глазах. Это двор дома на Северо-Западной. Здесь живет участник Великой Отечественной войны Алексей Руденко. Выступление взвода почетного караула Барнаульского юридического института и песни в его честь. День Победы! День Победы! У нас было на батарее 112 человек, из них 40 девчонок. Какая сила! Я наводчиком был. Бомбят много там, значит, кому что, ну, кого ранило, кого что. Мужики воют, а женщины закусят и лежит, губы белые. Рыли траншеи, землянки, преодолевали тяжелейшие испытания. Это все про героев войны, которых осталось так мало. И сегодня они желают потомкам, чтобы оружейные выстрелы звучали лишь в честь Великой Победы. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком.